Салон свадебной и вечерней моды «Очарование» давно известен в Котласе, но в последнее время его постоянные клиенты потеряли свой любимый салон. Спешим вас успокоить и обрадовать. «Очарование» теперь находится в торговом центре столицы на третьем этаже, где как раз сейчас примеркой свадебных платьев занимается одна из героинь нашего проекта. «Очарование» — это просторный светлый зал, в котором представлен широкий выбор свадебных платьев. Здесь постоянно следят за тенденциями моды и за пожеланиями клиентов. Сегодня вариантов свадебных платьев превеликое множество. Популярны модели с декором из атласных лент – нежного, алого, бордового или синего цветов. Они приходятся особенно кстати, если свадьба тематическая. Невесты с изящными формами зачастую выбирают модель «Русалка». Платье смотрится невероятно эффектно. Традиционные модели с пышными юбками в пол актуальны всегда, а также в тренде «нежное кружево». Все перечисленные варианты в различных интерпретациях представлены в салоне «Очарование». Примерке платья нужно уделять немало времени и учитывать все особенности, тип фигуры, рост, прическу и множество других важных мелочей. В салоне «Очарование» опытные консультанты помогут девушке определиться с правильным выбором. Так как я хотела всегда не пышное платье, более такое прямое, но немножко, чтобы внизу было расклешенное. И я очень получила много эмоций, мне очень все понравилось. Платье для невесты – один из важнейших элементов свадебного торжества. И в салоне «Очарование» представлены сотни моделей. Выбор действительно велик. Кстати, обратите внимание на это новшество – свадебное платье-трансформер. Оно наверняка найдет немало положительных откликов у наших невест. Мне так оно очень понравилось, данное платье, потому что на регистрации невеста все красивое, хорошее, пышненькое платье. А потом, мало ли, танец какой будет, либо в процедуре катания. Это можно трансформировать. Салон «Очарование» славится также большим выбором красивых и оригинальных вечерних платьев для подружек, невесты и на второй день, или же на иное торжественное событие. Есть также модели для маленьких принцесс. А еще в ассортименте свадебная атрибутика, букеты-дублеры для невесты, бокалы для молодых, подвязки и многое другое. Согласитесь, это очень удобно, когда можно прийти в один салон и выбрать свадебное платье, платье на второй день, платье для подружек, которые пришли с вами вместе, и для маленькой сестренки платьице тоже. Салон «Очарование» в новом, в обновленном формате ждет вас на третьем этаже нового торгового центра «Столица». Пришла пора для очередной порции пикантной информации. В нашем свадебном проекте позвольте представить вам салон нижнего белья «Лэнджери». Здесь любая невеста найдет для себя подходящий комплект изысканного, красивого и, что немаловажно, удобного нижнего белья. Эксклюзивные модели различных европейских производителей – Франция, Испания, Италия, Германия. В наличии всегда большой ассортимент комплектов самых разных фасонов и размеров. Классические белых и пастельных тонов, сорочки, чулки, бюстгальтеры, корсеты, колготы. Безусловно, самым популярным бельем на свадьбу являются белоснежные кружевные комплекты. Тренд сезона – ретро-стиль. Также стоит заметить, что в этом году законодатели моды всерьез обратили внимание на то, что свадебных комплектов белья у невесты должно быть два. Первый, который одевается непосредственно на торжество бракосочетания, должен обладать высокой степенью удобства и корректировать фигуру. Например, корректирующее белье американской компании Made in Form. А второй комплект, конечно, предназначен для брачной ночи. В линджере найдутся варианты для каждого случая. И не забудьте про комплект на второй день. Зачастую невесты, утопая в подготовительных заботах, обделяют вниманием свой интимный гардероб. А зря. Милые девушки, не стоит забывать о том, что свадьба – это праздник двоих. И главный подарок для своего возлюбленного вы должны преподнести красиво, чтобы брачная ночь была действительно волшебной. Кстати, и о кавалерах. Сейчас в Лэнджери большое поступление мужского белья от французских и немецких компаний. Также наличие множества купальников, туник и парео, что весьма важно. Ведь за свадебным торжеством возможен медовый месяц в тропическом раю. Здесь вы найдете актуальные модели французской компании Марк Андре. Вот видите, поводов посетить салон «Лэнджери» более чем достаточно. Котлас, торговый центр «Фрегат», второй этаж. Одним из самых популярных методов декора свадебных мероприятий считаются ткани. Ткань обладает уникальным свойством преображать любое пространство. Благодаря разнообразию текстилей и широкой цветовой гаммы, предлагаемой в магазинах торгового дома «Калаш», свадебный зал, комната невесты может превратиться в сказочный дворец. Повесить временный балдахин, задрапировать потолок или оформить стены по всему помещению изящно спадающими мягкими волокнами, задрапировать стулья, спрятать под тканью угловатые формы колонн. С помощью ткани на стенах можно выделить особо важные участки
подсветки интерьера. Это может быть уголок с пожеланиями или месторасположение молодоженов и родителей. На свадебных торжествах приемлемы все оттенки пастельных или неярких монохромных тонов. Белый цвет является традиционным олицетворением целомудрия, чистоты и мира. Символом создания новой семьи выступит алый, пурпурный, бордовый цвет, присутствующих в декоративной отделке скатерти и штор. Многие детали декора для украшения свадебного зала комнаты невесты можно сделать своими руками, используя ткань, декоративные ленты, стразы, бусины, бахрому. Главные герои свадебного торжества, конечно, жених и невеста. Именно они должны быть на высоте и выглядеть на все 100. В свадебном платье, сшитом своими руками, каждая девушка станет красивой, элегантной и оригинальной невестой. Продавцы-консультанты магазинов торгового дома «Калаш» рады будут помочь в приобретении основных свадебных тканей. Это атлас, шифон, фатин и кружево. Конечно, не надо забывать про шелк, гипюр, органзу, тюль и жаккард. Ждем вас по адресу Котлас, Мира 25 и Коряжма, Пушкина 15. Свадьба на ТВ. Реальные влюбленные пары под пристальным наблюдением видеокамер готовятся к своему первому семейному торжеству. Выбирают наряды, кольца, аксессуары, рестораны. Занимаются прическами и макияжем. Подбирают ведущих торжества и украшения для оформления праздника. Кульминацией станет новое шоу «Три свадьбы», которое состоится 18 октября в Городском дворце культуры. Каждую среду сразу после выпуска новостей смотрите наш новый проект «Свадьба на ТВ».